Меня зовут Светлана. Это мой сын Кирилл. Практически любое наше время свободное. Обычно выходные, в пятницу после работы. Каникулы, сейчас лето, то есть дети постоянно здесь. Чаще, наверное, игры для детей. Для детей, для мужа. А для нас, вот как семейный просмотр, конечно, фильмы. Мне нравится кинозал, тут все хорошо. Играю. Чаще всего. Футбол, хоккей. До этого играл на телевизоре? На телевизоре, да, играл. Где лучше, в кинозале или на телевизоре? Конечно же, в кинозале. Почему? Ну, потому что тут экран побольше и мест, ну, звук, больше. Звук, да. Звук там хороший. Выходные. В каникулы, в праздники, когда выходит какой-то фильм, который, вот, например, прошел в кинотеатрах, и мы его с нетерпением ждем дома у нас, приезжают друзья, родственники, мы собираемся. Это место для всех, для всей семьи. Играет также с детьми, один играет. Смотрим фильмы вместе. Он любит такие красивые игры, которые, например, бродилки, там, открытия какие-то, тайники. Не динамичные, а более такие глубокие игры. Давно, давно ходили. Даже в прошлом году тоже не ходили. Наверное, уже года два, это точно. Ну, пользуемся мы кинозалом на протяжении, наверное, 3, может быть, с небольшим лет. Сейчас, вот по истечении этого времени, могу сказать, что никаких нареканий нету. Нравится все. То есть мы как будто вот в самом настоящем IMAX'е там и так далее. Мы не чувствуем разницы нисколько. Ну, они не завидуют, но им тут нравится. Все хорошо. Как часто вы с друзьями, с пацанами собираетесь тут, играете? Выходные там каждый день, наверное. Вечером. Ну, вечером, да. Когда сосед приходит. Ну и утром, когда, ну, просыпаемся, тренировка проходит. Лично для меня все хватает. Лишь бы вот почаще появлялись новинки фильмов, каких-то интересных. А для тебя, Кирилл? Еще хватает. Все, спасибо большое вам за отзыв.